Свое сердце они отдают детям. Педагоги дополнительного образования из разных городов страны приехали в Пензу, чтобы принять участие в финальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства. С 18 по 21 ноября 69 конкурсантов будут преодолевать испытания по 8 номинациям. Торжественная церемония открытия финала состоялась в Большом зале филармонии. Слово «красное» да приветное шлет с поклоном низким край наш пензенский. Пенза стала местом проведения всероссийского финала благодаря победе на конкурсе в прошлом году педагога областного центра развития детей и юношества Алены Жуковой. Удачи нынешним конкурсантам пожелал губернатор Иван Белозерцев. Уважаемые участники конкурса, вы представляете социально значимую сферу педагогической деятельности. От вашей работы зависит не только общий уровень развития детей, но и стабильность общества в целом. Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» проходит уже в 15-й раз и является главным педагогическим соревнованием системы дополнительного образования детей в России. Появились новые конкурсные испытания, значительно изменилось их содержание и, соответственно, критерии оценки. И все это не случайно, ведь мы с вами в 2019 году начали реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Продолжилась торжественная церемония концертной программы, участие в которой приняли творческие коллективы Пензенской области. Музыкальный подарок участникам и гостям конкурса преподнесли и артисты Пенза-концерта. Подведение итогов и закрытие конкурса состоится 21 ноября в киноконцертном зале «Пенза».